Когда детский плач становится истерикой? Когда ребенок привлекает внимание конкретного человека. И этот способ, самое главное, у него записался как рабочий. В чем причины детских капризов? Сильные эмоциональные проявления начинаются у ребенка, ну, особенно до 8 лет, когда, правда, не удовлетворены его еще базовые потребности. Как помочь ребенку прожить эмоции? Если родитель не чувствует себя беспомощным в тот момент, когда ребенок проявляется по-разному, то и истерику ребенка будет меньше. Новый выпуск программы «Разговор по душам» во вторник, 22 октября, 18:15 на телеканале «Самара ГИС». Гость в студии – психолог Зоя Немирова.